Они сказали, что не положено, и этим я позорю Астану. Вот, сижу, типа... Ну, особенно, когда приезжают люди, какие-то знаменитые, да, вот, и приезжают и видят, что есть такие люди, как я, которые зарабатывают таким образом, что, значит, государство где-то не досматривает. Пособие, допустим, оформить как мать-одиночка я тоже не могу, у меня нет прописки на детей. Прописать мне их негде. Вот, и есть купленные прописки, если я ее куплю, допустим, завтра мне выпишут, как я потом докажу, что я была прописана. Вот, а давать деньги просто так, у меня просто нет связи, чтобы прописаться нормально. Ни знакомых, ни друзей, ни родственников. Вот, как могу, так выживаю.